Всем привет, с вами Алена. Сегодня мы разберем, как закрепить шапку таблицы в Excel. Перед нами большая таблица, достаточно много столбцов, много строк. И когда мы смотрим на данные и уходим куда-нибудь, то мы не понимаем, к чему относятся наши цифры. Например, что такое цифра 6, что такое 2819. Для того, чтобы нам было понятно, нам удобно бы было, чтобы шапка нашей таблицы смещалась вместе с тем, как мы листаем наши строки. Чтобы это сделать в Excel, заходим на вкладку «Вид», кнопочка «Закрепить области». Нажимаем и выбираем «Закрепить верхнюю строку». Теперь, когда мы вниз листаем, всегда у нас шапочка остается. И цифра 6, мы понимаем, что 6 – это количество, 2819 – это сумма, что облегчает нашу работу. Хорошо, а если нам нужно закрепить не одну строку, а, предположим, первые 10 строк? Как же это сделать? Давайте снимем наше закрепление, снять закрепление областей, для того, чтобы нам было наглядно видно, мы выделим то, что будем закреплять другим цветом. Давайте сделаем это светло-зеленым. И теперь попробуем закрепить всю зеленую область. Чтобы закрепить зеленую область, мы выделяем строку, выше которой находится зеленая область. Заходим в вид, закрепить области и нажимаем закрепить области. Теперь, когда мы колесиком крутим вниз, мы всегда видим нашу зеленую область закрепленную. Количество строк для закрепления может быть неограниченным. Снимем наше закрепление и давайте рассмотрим, как закрепить столбец. Если мы рассматриваем первый столбец, то это происходит точно так же. Давайте тоже выделим его зелененьким. Вид, закрепление области, закрепить первый столбец. Теперь, когда мы в сторону листаем, то первый столбец всегда остается закрепленным. А если нам нужно закрепить не один, а несколько столбцов, снимем закрепление областей. Давайте, допустим, нам нужно выделить 3, также выделим их цветом, чтобы видно, что выделять было. Так, у нас не закреплена ни одна из областей. Хорошо. Мы выделяем столбец после нашей выделенной зеленой области, вид, закрепить области и закрепить области. И теперь, когда мы листаем, наша зеленая область остается закрепленной. Но если мы уходим вниз, то шапочка, конечно, у нас не закреплена. Как же сделать, чтобы было все сразу? И верхняя часть закрепленная осталась, и столбики также закреплялись. Решение также есть. Мы снимаем закрепление наших областей, найдем первую ячейку, которая касается сразу и шапочки нашей, и столбиков, тех, которые мы будем закреплять. Допустим, ячейка D11, она у нас соприкасается вот с этими двумя ячейками. Давайте выделим желтым цветом ее, чтобы наглядно было. Мы встаем на эту ячейку, нажимаем вид, нажимаем закрепить области. И теперь, когда мы листаем вниз и когда мы листаем в сторону, у нас остается закрепление. И мы можем сразу видеть, к чему относится значение в большой таблице. Спасибо, что посмотрели это видео. Если оно было вам полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ну а если вы хотите стать экспертом по Excel, записывайтесь на бесплатный пробный урок. Всем хорошего дня!